Ребята, я тут нашел бабушку Гренни в Майнкрафте, смотрите. Сейчас покажу. Ломаем здесь блок, короче. И смотрите. Так. Что такое? Я, по-моему, закрыл там, да? Нет? Так, смотрите, если мы здесь сломаем блок вот так вот. Так. Ну-ка, нужно посмотреть, где бабуля. Бабушка Грэн! Не. А, бабушка Грэн не глюканула, друзья. Она все, она не ходит. Бабуля, ты немножечко затупила. Давайте помогу ему. Бабуля Грэн идет за нами. Так, побежали к отсюда. Она бежала за нами. Бабуля Грэн бежала за нами. Кстати, сейчас ролик будет выходить новый. Это так, чисто моментик. Сейчас, смотрите. Так, тихо, друзья. Бабуля. Я сейчас так оплакался. Ну тебя, бабуля. Так, я пойду лучше метлой это проберусь к тебе. Так, это еще было очень стрёмно, я вам так скажу. Бабуля, ты где? А где бабуля, друзья? Куда бабуля делась? Ее в доме нет. Так, а где она? Так, ну, да, подождите. Куда бабуля делась? Бабуля! Опа! С вами вот так вот! Шоу пострашнее. Все стекла вон выбьем. Свет уберем. Все стекла вон выбьем. Свет уберем. Все стекла вон выбьем. Свет уберем. Все стекла вон выбьем. Пыры-пыры. Пыры. Капец, тут темно и страшно стало. Нет. Так, окей, а куда бабуля делась? Бабуля, Гренька. Она... Подождите-ка, а бабуля Грэнь, что, она переселилась в другой дом? Жить, подальше, типа, от меня? Или как крича? Угу. Вот тут... А, вот где бабуля. Ну, бабуля, давай. Сейчас утро наступит. Бабуля, вставай на работку. Бабуля Грэнька. Грэнни. А, будем вот так усмотреть ее, может быть, так вот хотя бы видеть. Наблюдать. Японский ты макарек. Давай, бабуля, мы тебя заждались уже. Буля, вставай. Минус бабуля, друзья. Вот так вот. А теперь обратно ставим кроватку черненькую. Ой, серую. И все. Можем спокойно идти в дом бабули. А, нет, он темный, и там страшно. В дом бабули, зная, что ее как бы нет уже. В живых бабуля у нас откинула. Капец, то стрёмно. Ну, я пошел сюда. О, вот так вот, короче, друзья. Уничтожили мы бабулю Грэнни.